Стали известны новые факты в уголовном деле в отношении всей бухгалтерии кунгурской полиции. В марте 2012 года следственный отдел на основании результатов финансовой проверки возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное группой лиц с использованием служебного положения. Тогда сумма хищений составила 573 тысячи рублей. Затем сумма выросла до 13 миллионов. В ходе следствия стало известно, что 6 сотрудниц бухгалтерии занимались кражей денег с 2009 года. У каждой была своя роль. С прошлого года преступницы отбывают наказание в местах лишения свободы. За свои преступные деяния они уже получили от 5 до 8 лет. Теперь в деле появились новые факты мошенничества. Сейчас же им меняется, что они совершили хищение в период с 2005 по 2008 год. Сумма хищений более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Также были задействованы те же самые лица, 5 человек, сотрудники бухгалтерии, которые похищали денежные средства путем незаконного их изъятия из оборота путем внесения должных сведений ведомости на получение зарплату. Деньги делили между собой и тратили по своему личному усмотрению. Сейчас дело о новых махинациях уже бывших сотрудниц бухгалтерии городской полиции рассматривается в суде. Суд вправе добавить тюремный срок к уже имеющемуся сроку.